Молдавский кикбоксер Александр Бурдужа готовится к турниру Venom Victory World Series в Париже. Он выступит в весе до 95 килограммов в категории «Пирамида». В полуфинале соперником Бурдужи будет хорват Тони Миланович. В случае победы молдавский боец встретится в финале с лучшим в паре Клаудио Истрати, Румыния, Игорь Бугаенко, Белоруссия. Все соперники очень опытные и сильные, одержали много побед. Но мы не слабее их. Постараемся и на этот раз вернуться домой с победой. Александр есть форма фарти боли. Александр находится в отличной форме. Напряженный этап подготовки позади. Он готовился в Ясах вместе с очень хорошими спортсменами. Александр Бурдужа получил право участвовать на соревнованиях в Париже после победы в категории «Пирамида» турнира Venom World Series в Будапеште. В августе молдавский кикбоксер победил обоих соперников нокаутом. Бурдужа очень ярко проявил себя в этом году. Выступил великолепно. Мы желаем Александру только успеха и чтобы травмы обходили его стороной. Ждем его домой с победой. Турнир Venom Victory World Series в Париже пройдет 28 ноября.